Критерием. Ну и теперь дебют четырехкратного чемпиона RDS-GP и действующего чемпиона RDS-GP на вот этой платформе уже в заездах на оценку. Георгий Чевчан и 400Z в ливрее Такаяма Форвард Авто. Поехали! Да, 2GZ под капотом, огромная мощность. Не менее впечатляющая масса, кстати говоря, об этом еще скажем несколько слов. А пока Гоча собирает первый внутренний тачинговый, первый внешний, перекладывается четко, видимо, в средний угол. Но это мы потом на графиках рассмотрим. И устремляется к тому самому тачингову 2 внутреннему. И остается только последний сектор, что и исполняет Гоча. Хотя вот тут и возникают Гоча, проблемы. 85,5 баллов за первую попытку Георгия Чевчана. Смена платформ у двух лидеров прошлого сезона. Вот может что происходит. Быть, кстати, да, может быть дело в этом. Но мы в Гочу верим, конечно, всегда, безусловно, как верим в любого чемпиона. Особенно чемпиона действующего. Агрессивно как заезжает Гоча во второй сектор. Удерживается таки на белой линии. И отлично собирает внутренний тач and go 2. Перекладывается последний сектор. Если сейчас соберет последний элемент, а там еле-еле. Начать в роли лидера Владислав Ерофеев. Поставился. Так, очень быстрее.